Соник ягнята. Соник Филомена. К чему снится ягнята во сне по Сонику? Ягнюна, как утверждает Соник Филомены, олицетворение счастья, радости. Это символ добрых отношений, любви, дружбы, семейных ценностей. Наслаждайтесь взаимопониманием с близкими, всегда оказывайте им поддержку, больше радуйте. Кроме того, маленькие барашки предвещают удачу. Чем больше детенышей фигурирует в видении, тем дольше продлится период процветания в жизни сновидца. Впереди также новые знакомства и яркие впечатления. Ягнята снятся женщине, когда ягненок снится молодой женщине. Подобный сюжет обещает ее семье счастье. Сновидица будет окружена любовью родных, дома нее всегда будет уютно. Дети, скорее всего, порадуют спящую женщину своим талантами. Приснился белый ягненок. Белый ягненок во сне предвещает счастливое время в судьбе сновидца. Отношения с друзьями и любимым человеком будут прочными, а также принесут множество приятных эмоций. Велика вероятность карьерного роста и значительных денежных поступлений. Большие успехи предвещает появление в видении белого ягненка. Подобный сюжет сообщает о том, что усилия, приложенные сновидцем, непременно оправдаются, и его ждет крупное вознаграждение. К чему снятся маленькие ягнята? Если приснился маленький беспомощный ягненок, вскоре спящий окажет помощь человеку, попавшему в беду. Этот поступок не останется незамеченным, он может стать началом прекрасной дружбы. Черный ягненок во сне сон, где фигурирует черный ягненок, является предупреждением, что счастье, благополучие сновидца может оказаться иллюзорным. Будьте осторожны при общении, наверняка есть завистники, которые распустят порочащие слухи о вас. Приснился мертвый ягненок. Соник предупреждает, мертвый ягненок зачастую дурное предзнаменование. Возможно, спящий разочаруется в человеке, которому привык доверять. Не исключены неприятности в финансовой сфере, тщательно контролируйте расходы. Снятся новорожденные ягнята. Видеть во сне новорожденных ягнят или помогать им появиться на свет, к инновационным идеям, творческому подъему и неисчерпаемой энергии. Все это, несомненно, поможет сновидцу добиться огромных успехов в карьере. К чему снится ягненок на руках? Если приснилось, как вы держите на руках ягненка, вскоре произойдет приятное событие. Велика вероятность повышения или премии. Также человек, которому спящий когда-то помог, наверняка вернет долготу. Приснилось много ягнят, много резвящихся на лужайке ягнят, как утверждает Соник, является символом процветания и изобилия. Возможно продвижение по карьерной лестнице, бизнесмены обретут новых выгодных партнеров. Наступает подходящее время для саморазвития. Соник оракула жеребенок теленок 1 читать далее стрелка направо тема сна, животные видео, к чему снятся ягнята кому приснился ягненок. Ягнята снятся женщине, когда ягненок снится молодой женщине, подобный сюжет обещает ее семье счастье. Сновидица будет окружена любовью родных, дома нее всегда будет уютно. Дети, скорее всего, порадуют спящую женщину своим талантами. Какой ягненок вам приснился? Приснился белый ягненок. Белый ягненок во сне предвещает счастливое время в судьбе сновидца. Отношения с друзьями и любимым человеком будут прочными, а также принесут множество приятных эмоций. Велика вероятность карьерного роста и значительных денежных поступлений. Большие успехи предвещает появление в видении белого ягненка. Подобный сюжет сообщает о том, что усилия, приложенные сновидцем, непременно оправдаются, и его ждет крупное вознаграждение. К чему снятся маленькие ягнята? Если приснился маленький беспомощный ягненок, вскоре спящий окажет помощь человеку, попавшему в беду. Этот поступок не останется незамеченным, он может стать началом прекрасной дружбы. Черный ягненок во сне сон, где фигурирует черный ягненок, является предупреждением, что счастье, благополучие сновидца может оказаться иллюзорным. Будьте осторожны при общении, наверняка есть завистники, которые распустят порочащие слухи о вас. Приснился мертвый ягненок. Соник предупреждает, мертвый ягненок зачастую дурное предзнаменование. Возможно, спящий разочаруется в человеке, которому привык доверять. Не исключены неприятности в финансовой сфере, тщательно контролируйте расходы. Снятся новорожденные ягнята. Видеть во сне новорожденных ягнят или помогать им появиться на свет, к инновационным идеям, творческому подъему и неисчерпаемой энергии. Все это, несомненно, поможет сновидцу добиться огромных успехов в карьере. Где вы видели ягненка во сне?
К чему снится ягненок на руках? Если приснилось, как вы держите на руках ягненка, вскоре произойдет приятное событие. Велика вероятность повышения или премии. Также человек, которому спящий когда-то помог, наверняка вернет долготу. Сколько ягнят вам приснилось? Приснилось много ягнят, много резвящихся на лужайке ягнят, как утверждает сонник, является символом процветания и изобилия. Возможно продвижение по карьерной лестнице, бизнесмены обретут новых выгодных партнеров. Наступает подходящее время для саморазвития.